топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе. Сегодня состоялось повторное рассмотрение жалобы на приговор актеру Михаилу Ефремову, осужденному за ЖТП со смертельным исходом. В итоге Мосгорсуд снизил срок наказания с 8 до 7 лет и 6 месяцев. Судебная коллегия отменила приговор первой инстанции осужденному Ефремову, признала смягчающим обстоятельством добровольное возмещение им ущерба и снизила срок наказания до 7 лет и 6 месяцев. В остальной части приговор первой инстанции оставлен без изменения, цитирует решение судьи ТАСС. Дожидаться вступления нового приговора в силу Михаил Ефремов будет в СИЗО 5 водник. При этом защита актера уже заявила, что подаст кассационную жалобу на приговор. Адвокаты считают, что Михаил может рассчитывать на условно-досрочное освобождение менее чем через 3 года. По словам одного из защитников актера Романа Филиппова, Ефремов не удовлетворен решением Мосгорсуда. «Если бы хотя бы снизили на 3 года и дали колонию поселения, его бы это устроило», – заявил адвокат агентству. Топовый гардероб. Подписывайся на телеграм-канал «Салон красоты». Ссылка в закрепе.